Заглянем основных подій життя в області. Программа «Новин регіону». Студія Кристина Каранкевич. Вітаю вас і у гэтым выпуску. Бізнесмени з Прибалтики, Турції, Польщі переймають на Могилевщині опыт дрэваапрацоўкі і аднаўлення лясных ресурсаў. Рыхтуйся до зимы загадзя. Выратавальнікі проверяют приватное домаўладанні. У новый сезон с новинками и добрыми справами. Чего чакать от Радио Могилю, расскажем у выпуску. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровый день. У приватности он дал сгоду на призначение Дмитрия Бачкова старшинёй Крычевского райвыканкама. Адміністрація президента Беларусі протягивает выязные приемы громадян у регионах. Так у Мстиславе еще и прямую телефонную линию провел головный инспектор по Могилевской области Геннадий Лауранко. Больше 10 зворотов и просьб поступила от жыхароў района, у тым ліку по пытаннях працы уладкавання. По кожным звороте дали доручение и провели консультации. У целом, по словах помощника президента, у Могилевской области означается поляпшение ситуации на рынку працы. Новое працоўное место и предприемство отчиняются и у отдаленных районах. Краснополе открывали как раз ТЭКС от Мегатекса. Хорошо, когда уже приходят предприятия в регионах, в местах, где есть проблема трудоустройства. Если будет сегодня желание людей обеспечивать задание, мы готовы расширить еще в два раза это предприятие. На прямую связь с жыхарами региона 16 вересня выйдут представники керуючого корпуса ГАР и райвыканкама в области. По традиции, телефонование от громадян будут принимать и у аблвыканкаме. У гэтую суботу на пытанне жыхароў в области будзе адказваць першы намеснік старшыні аблваканкама Олег Чыкіда. Телефонаваць можна с 9 до 12 по телефоне у Могилеве 50 18 69. Ён курыруе сферу агропромысловага комплекса, вытворчасці і перапрацоўкі сельскагаспадарчай продукции, лясную гаспадарку, ахову навакольнага асяроддзя. У Могилевскім гарвыканкаме прамую телефонную лінію будзе весці кіраўнік справамі Сергей Жанкаренко. Телефон для пытанню 42-21-02. У Бабруску на телефонную сувязь выйдзе першы намеснік старшыні гарвыканкама Олег Ковель. Телефон у горадзе на Бярэзіне 76-21-41. Як абараніць і аднавіць лясныя ресурсы, магілёўскія спецыялісты на міжнародным узроўні дзеляцца ўласным вопытам у гэтай справе. На канферэнцыю па пытаннях дрэваапрацоўкі прыехалі 1,5 сотні бізнесменаў і дыпламатаў з Літвы, Латвіі, Эстоніі, Турцыі, Фінляндыі, Польшчы. Дрэваапрацоўчы бізнес – свайго роду бренд Магілёўскай вобласці. Добрыя запасы розных парод драўніны, наяўнасць высокакваліфікаваных кадраў, інженерно-транспортная інфраструктура участкаў СЭС Магілёў спрыяюць развіццю галіны. Арганізатары конференции означаюць, што пераняць вопыт магілёўскіх калег імкнулася вялікая колькасць замежных спецыялістаў. В Могилевской области действительно создан крупномасштабный, наверное, не побоюсь этого слова, национальный деревообрабатывающий кластер, который объединяет в себя вот такие большие компании, которые на сегодняшний день являются лидерами. Актуальность, она четко прослеживается. И важно то, что те средства, которые идут сюда на расширение уже имеющихся предприятий, они, как правило, делают высокодоходные рабочие места, создают. А это хорошие налоги в бюджет, ну и, соответственно, заработная плата. На магілёўскіх прадпрыемствах паглыблена перапрацоўваюць драўніну згодна перадавога сусветнага вопыту, укараняюць інавацыйныя падыходы. Нездарма на таргах пакупнікоў больш, чым вытворцаў, а паступае прадукцыя ў 59 краін свету. Только на одной сессии у нас было продано на 83 миллиона евро пиломатериалов на экспорт. Из них где-то 71 тысяча пиломатериалов и 40 тысяч кубических метров топливной щепы. В результате вот этой конкурентной борьбы цены на отдельные лоты возросли практически в два раза. За апошние 7 годов у дрэваапрацоўчую галіну в Могилеве инвестировано каля 700 миллионов долларов. Створено 2500 новых працоўных мест. Этот процесс продолжается. В течение ближайших 3 лет ежегодный объем экспорта предприятиями этой площадки достигнет более 600 миллионов долларов США ежегодно. Будет создано еще более 1000 новых дополнительных рабочих мест. Природоахоўныя мерапрыемствы, оборона и аднаўленне лясных ресурсов. За гэтым вопытом так само приехали специалисты из-за межа. Беларусь – одна из немногих краин свету, где садят лесу больше, чем спиловывают. Татьяна Сергейчик, Юрий Ауласов, «Новини региона».
Ад атрыманых траўм пешаход памёр на месцы. У Асіпоўскім раёне ў выніку дарожна-транспартнага здарэння загінуў 84-гадовы мясцовы жыхар. Па інфармацыі дзяржаўнай інспекцыі, ён трапіў пад кола мікрааўтобуса, калі пераходзіў праезную частку ў недазволеным месцы. Сёлета з удзелам пешаходаў адбылося 73 транспартных здарэнні, у якіх 9 чалавек загінулі, 66 атрымалі траўмы. Па віне саміх пешаходаў зарэгістравана 24 ДТЗ, загінулі 5 і траўміраваны 19 чалавек. Два аўтамабілі гарэлі ўначы ў Бабруйску. Моцны пажар успыхнуў на паркоўцы жылога масіва па вуліцы Сікорскага. Выратавальнікаў выклікалі жыхары шматпавярхоўкі, полымя ўдалося патушыць за некалькі хвілін. Аднак яго тэмпература паспела знішчыць два аўто і пашкодзіць тыя машыны, што стаялі побач. Прычына пажару высвятляецца. 40 тысяч прыватных домаўладанняў неабходна праверыць выратавальнікам у Бабруйску і Бабруйскім раёне наконт іх падрыхтаванасці да ацяпляльнага сезону. Стан печак, электраправодкі, наяўнасць абвяшчальнікаў. За тыдзень пажарныя прыходзяць да гаспадароў 8 соцень дамоў, каб зіма не аказалася гарачай. Інвалід другой групы Кацярына Кірылаўна кажа, што сама збіралася тэлефанаваць выратавальнікам. Восы звілі гняздо, за дровамі не зайсці, хаця пакуль яны гаспадыні не спатрэбяцца, бо выратавальнікі лічаць, што ў гэтай печцы нельга паліць, труба цячы. Гаспадыня скардзіцца, маўляў, няма каму паправіць. У мяне дзеці ёсць, але дзеці кожны сам сябе, я адна. Няма батарэек у пажарным абвяшчальніку, прытопачны ліст, заўважаюць выратавальнікі памерам з насавы платок, а на ляжанцы сапраўдны склад рэчаў, якія могуць лёгка загарэцца. Пры длительнай топкі печы болей 3 часоў температура на яе паверхнасці можа дасягаць 300 градусаў. Следственна, температура в 300 градусаў лёгка васпламеніць як бумажныя, так і дзеревянныя элементы. А вось у гэтым доме ўся падлога ў недакурках, вакол смецці. Выратавальнік адзначае, што і печку тут даўно не чысцілі. Няма абвяшчальніка, па ўсім відаць, гаспадара гэта не асабліва хвалюе. Парадак планіруеце наводзіць? Я знаю дзела. Гаспадар абяцае ўсё выправіць і больш да такога не даводзіць. Комплекс нарушэння пажарнай безопасности. Когда происходит горение дома, и если соответствующие погодные условия, допустим, сильный ветер, то пламя может в любой момент перекинуться на соседнее строение. Разам з тым прадстаўнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях падкрэсліваюць, у такім стане толькі 2-3% домаўладанняў. Большасць гаспадароў ахвотна паказвае нечаканым гасцям і печкі, і праводку, а калі што не так, тэрмінова выпраўляюць недахопы, бо разумеюць, халады неабходна сустракаць падрыхтаванымі, каб нічога не здарылася. Дзяна Унфальт, Іван Баравы, навіны рэгіёна з Бабруйску. Праекты тэлерадыёкампаніі Магілёў прымаюць удзел у 7-м міжнародным тэлевізійным фестывалі «Тэфі-садружнасць» і ў фестывалі рэгіянальных тэлекампаній Беларусі і Расіі «Вобраз часу». Гэтая творчая форума днямі прыме Мінск. У міжнародным тэлефестывалі «Тэфі-садружнасць» бяруць удзел прадстаўнікі вядучых тэлеканалаў краін СНД, Грузіі і Балтыі. Тэма сёлетняга фестывалю – дакументальны экран. Удзельнікі абмяркуюць актуальныя праблемы сучаснага тэлевяшчання і тэлевытворчасці. У конкурсным лісце ёсць і наш праект – праграма «Гісторыя з геаграфіяй». На другім фестывалі «Вобраз часу» свае работы прадставяць 17 рэгіянальных тэлекампаній Беларусі і Расіі, у тым ліку праекты тэлерадыёкампаніі Магілёў. Усяго ж журы трэба прагледзець і ацаніць 30 работ розных па тэматыцы і жанрах. Пераможцаў назавуць у апошні фестывальны дзень 16 верасня. Праграма багатая на творчыя сустрэчы, круглыя сталы і майстар-класы ад вядомых айчынных і замежных медыя-асоб. А Радыё Магілёў распачынае новы сезон і на гэты раз юбілейны 20-ты з 15 верасня. Гэта дзень утварэння радыёстанцыі ў Магілёве. Па-іншаму загучаць некаторыя праграмы. Больш будзе музычных навінак, а яшчэ Радыё Магілёў не перастане рабіць добрыя справы. Гэтым разам падарунак ад радыйшчыкаў атрымалі жыхары Магілёва. Добрым настроем і яркімі фарбамі яны аднавілі самы вялікі двор па вуліцы Арлоўскага. Не з блакнотамі і дыктафонамі, а з фарбай у руках. Радыё Магілёў святкуе свой 20-гадовы юбілей праз падарункі роднаму гораду. Круглая дата супала і з 750-годзем абласнога цэнтра. У агульную справу радыйшчыкі робяць значны ўнёсак. Очень приятно, что все-таки не безразличные люди, что занимаются этим вопросом. Спасибо большое вам. Я сама мама, и поэтому я знаю, насколько это важно, когда у тебя возле дома есть достойная игровая площадка. А тем более, если она ухоженная, то это приятно вдвойне. Инициативу радио подхопили иншие. На добраўпарадкаванне двора собралась великая компания. Краски уходит много, но у нас много помощников. Это и ЖО, которому принадлежит этот двор, и лицей номер 9,
строительного профиля, то есть это их непосредственная работа, с готовностью, активно, с увлечением, с горящими глазами они нам помогают, и за это им огромное спасибо. Адраматовать лавки, арели, перфарбовать песочницы и клумбы разом сапраўды простей, и все намаганні для жыхароў и своих слухачоў. Чтобы они радовались всему, приходили, слушали радио Могилев, я думаю, они очень будут довольны тем, что мы сделаем. Причем это не первая наша работа. Как показала практика, все очень довольны. Мы, радио Могилев, делаем одно дело, и это здорово. После летних каникул новыми фарбами заиграют не только казачные герои на этой дитячей пляцовце. Радио Могилёв готово приемно здивлять слухачов у новом сезоне. Подрыхтовали новое музычное оформление. После перапынку на лето одновленным выйдет у эфир ранешнее шоу «Просто утро», якое пришлось до сподобы жыхарам в области и якого яны с нетерпливостью чакают. Открывать усе сакрэты не станем. Их еще шмат. Сюрпризы, подарунки до самого конца года. То есть просто слухайте 96.4 FM у Могилёва. Олеся Рыбалка, Денис Бутылин. Новини региона. До областного фестивалю кірмашу, який отбудется у Клічеві, могилёвский скульптор Андрей Вераб'єв робить новую скульптуру. Яе убачили наши корреспонденты. У Клічеві дажинки – это такое символичное свято. И это рог багаття. Это то, что мне придумалось, модель сусвету и, в принципе, символ нашего добробыту. У майстерни скульптора идет работа. С гэтага рога багаття сыпятся знакомые сюжеты и повседневные речи. От вязковой хаты и городских пейзажей с усім светом под крылами бусла до смачных харчов. Это гарбуз, перцы, которые злеплены из натуры, кукуруза, жита у снапе. А далее бульба, без якой белорусы не уявляют себе стол и житё. Огурки, молоко, хлеб, яйки и шмат чего інше. Рог багаття можно обходить экскурсией и находить все новые цікавостки. Андрей Вераб'єв працює уже над 4-й скульптурой, примеркованной до дажинок. Городские студенты, Круглянская подкова, Кировский сноб. И вот теперь рог багаття. Специально для Клічева. Причем рог великий, бо вышиня скульптуры 2,2 метра. И, кроме всего того, что можно докранаться, чего хочется, можно разом загадать некое потаемное ожидание и таким чином сфотографоваться, тримаючи рог своего счастья. Наша молодь креативная и интеллектуально подкованная. Это доказали удельники первого интеллектуального турниру «Филин» сярод навученцев, студентов и працовной молоди Могилёва. Это одно из шерагу мероприемств, которые ладить Белорусский республиканский союз молоди до 15 годзя с дня утворения. Символично, что на своеобразный батл разумников, который прошел в Могилёвском институте внутренних справ, собралось 15 команд. Агульный мозговый штурм. Только так можно найти правильный отказ. Эрудиция и умение худко принимать решение. Бодай головное, что потребно каждому удельнику интеллектуального турниру. Он складался из двух гульняв – медиа-азбука и «Что, где, коли». И коли за пошним споборництвом все зрозумело, то медиа-азбука со слайдами заданиями для удельников оказалась у новинку. Было очень интересно и как бы необычно. И я не первый раз принимаю участие в таком, но вот медиа-азбука для меня стала открытием. Знаходить отказы на нелегкие пытания вы решили не только навученцы, але и молодые педагоги Могилёва. Быть, так бы мовить, на одной хвале с юнаками сёння потреба часу, и это объединяет. Переможцев вызначали по колькости правильных отказов. Так, третье место у команды БРУ, другое у педагогов 34-й школы Могилёва. А вот переможцей стала сборная команда Могилёвского института Министерства внутренних справ. Мы очень рады этой победе, потому что никто из нас, наверное, не ожидал. Да, времени было мало на подготовку, так как команда не с одного курса, мы сборная. Сборная команда, здесь 4-й, 2-й курс. Вот. Не забудь сказать, что у нас было 2 дня, только всего лишь, или 3 дня. До конкурса. И вот. И все-таки я рада, что каждый из вас откликнулся на нашу просьбу сыграть. Да. Надеюсь, это не последняя наша игра, и все будет хорошо в дальнейшем. Все новины на нашем сайте tvrmogilyov.by. Ну, а я с вами развитываюсь. До встречи.